Пьяный грузин возвращается к себе в квартиру домой и видит своего соседа, застрявшего между этажами в лифте, и спрашивает: «Гоги, а ты что здесь делаешь?» «Ой, Валика, целый час сижу, кричу, ору, ни один хрен не подходит!» Валика так подумал, расстегнул свою ширинку, достал оттуда свое хозяйство и говорит: «Гоги, посмотри, может, мой подойдет!» Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.